Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, зайдем на тренировочку и заберем наших ребят. Так, никто там у нас не готов прокачиваться. Ладно, тогда опять же этот отряд бросаем. Ой, ёпперс, это какой ты отряд, Рэй, бросил твою на... Ё-моё, ребята. Ну это же надо было так, ну... Ай, блин, ну это же свистец просто, самый натуральный, ребят. Ай, чудо в перьях, блин, вот спешка это вечная. Куда ты, голодранец, бежишь, я не понял. Хищнец, ты молодец просто. Просто, блин, чудотворец, блин. Взял, перепрыгнул и побежал. Ну, правильно, на то и было, ребят, рассчитано. Только я хотел, чтобы он завалил этого ползуна, не перепрыгнул через него. Ё-моё, ну и как я вот буду, извините меня, играть? Так, давай-ка посмотрим ежедневные испытания, что у нас будет здесь разыгрываться. Давай только без зависания вот этих своих, а? Так, в награду идет король. Так, ну короче, лопухнулся я по полной программе. Так, ну что, давай тогда действовать... Следующим образом, пойдем в поединки. Мы остановились с тобой на нефритовой долине. Блин, ну как же я буду играть, ё-моё, без отряда, без своего, я не знаю. Ай. Надо же было так лопухнуться, блин, в спешке-то. Ведь все время же проматывал, наконец. И брал последний отряд и выставлял. Тут на тебе, поспешил твою дивизию. Ай, ладно. Давай, выходи, рыцарь. Так, ну ты-то куда, Папандопол, еще бежишь, блин. Блин, ребята, Папандопол это... Так, камикадзе, взорвись. Ну, еще не легче. Так, давай вот так вот сделаем, наверное. А? Не прошла. Так, два этих у нас идут. Красавчика. Так, всадник на журавле. Плюс, опять же, зомби-камикадзе. А где мой паладин-то? Я что-то не понял. Что-то не понял. Подожди, а где паладин-то? Где мой? Вы что, ушатали, что ли? Блин, черепаха, ты заколебала. Ну-ка, иди сюда. Ну, нормально. Пробомбашили. Так, они меня решили достать, да, сегодня этой черепахой своей? Есть. Так, самурай, ну хорош уже ты со своей ниндзей-то здесь. Ё-моё, ну. Испустила дух, чувырла. Ниндзя это. Черепаха даже не успела ничего пикнуть. Мы ее сразу притянули и уничтожили. Вот и все, ребята. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Поехали дальше. Поехали дальше, прямо без остановок, так скажем. А здесь что? Здесь какой-то вшивенький копейщик добавляется. Всего лишь мелочь пузатая. Ну куда ты? Куда? Вот куда ты разогнался, а? Хочешь по щам получить? Сейчас будешь получать по щам. Так, и, наверное... Наверное, я... Блин! Нет, паладин это все хорошо, это все прям замечательно. Но на данный момент это не нужно мне. Так, давай сделаем таким вот образом. О! Прекрасно. Паладиныч, живи! Нормально так камикадзушка туда прилетел к ним в домик. Есть, ниндзя допиликала на скрипке со своими сюрикенами. А либо нефиг, да? Так, ниндзю подлавливайте. Прям сзади, на! Закромсали, красавчики. Так, идет зомби-камикадзе. Сейчас там бабахнет по полной программе. Бабах!
Слушай, нифига, сколько карточек ниндзя мы получили. Прикольно. Так стоит, журавль стоит и фонтанчик такой сзади. Так, ну а здесь у нас Босяцкий. И это у нас бог ветра, друзья. Тут уже не до шуток. Бог ветра, если раздухарится, не дай боже, ух, будет бобо. Поэтому, наверное, начну я с мага-воина. А следом запустим, наверное, самурая, да? На, Каркуша. Блин. Но я пока не буду тратить. Не вижу смысла, ребята, тратить суперудар. Офигеть, как мы быстро тут справились. Прям моментально, я бы тебе сказал даже. Ну что ж, давай награду заберем. Сундук Нефритовой Империи. Так, тигр, сакура. Все отлично. Кстати, а почему я убрал сакуру из своих отрядов? Ведь неплохой же, по идее, этот замок-то. Ну, например, можно вместо фаербола спокойно зарядить. Почему я ее убрал, я не могу понять. Давай-ка восстановим, наверное. Так, отсюда уберем и... А где он? Вот он. Вот он. Он очень неплохо, ребята, наносит урон. И плюс не забывай, что он еще и замедляет противников. Так что я считаю, что очень даже неплохо. Особенно после вот этих... Против всяких, ну, быстроходов. Так, давай, наверное, доиграем эту команду. Нет, не будем мы доигрывать эту команду. Потому что тут грифа. И грифу лучше всего, наверное, все-таки бомбить ниндзей. Ну, как по мне. Так, самурай побежал. И ниндзю сразу же. И вот сейчас он, наверное, как раз-то вызовет грифона. Да-да-да-да, грифон тут как тут. Естественно, ну естественно, друзья мои, ну. Шипы. Потихонечку он получает урон. А я тебе скажу, сейчас будет победа. Вот она. Нормально. Так-с. Едем дальше. Так, здесь опять же грифон, паладин. Ну и это хиллерша. Жрица. Жрица, дай воды напиться. Ну, можно, в принципе, можно вызвать Таракошу. Блин, так, теперь нужна ниндзя. И желательно быстрее. Да ты заколебала. Ты посмотри, а. Нифига она там хилякает. Давай-ка, тетенька, завязывай там хилять-то так мощно. Че сейчас было, блин? Какого лешего ниндзю, блин, надуплилось? Я не всосал, блин, а? Смотри, что вытворяет. Квазимоды, блин. Зашибись просто. Да она не оборзела ли случаем, а? Давайте, 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 грифонов этих несчастных, блин. Что это за дела, блин? Она отхиливает, блин. Офигеть просто, как отхиливает, ребят. Да куда ты бьешь-то, ёпрасэта? Ну, ниндзя, ты тупорылая, блин. У меня нет слов на нее. Куда ты бежишь-то, сломя голову? Стой ты, блин, на месте, дура. Давай, 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 родные. 37 минут осталось, блин, тут уже не до шуток, блин.
Да они задолбали паладина за паладином вызывать. Ну что за дела-то, блин? Давай корни опять. 25 секунд, ребят, ну что? Ну, шпилякаем по замку. 17 секунд, блин. Есть. Нифига себе, блин, фокусы тут вытворяют мне. Я ж, блин, переволновался. На самом деле. Вот чё-чё, я не ожидал просто-напросто, что вот так вот все будет. Просто не ожидал. Что жрицы тут что-то раздухарились. Может быть, что-то с игрой здесь, ребят, подкорректировали наши разработчики, блин. Что-то ну как-то вообще люто. Так, давай. Я знаю, что ты завалишь. На опережение, потому что ты бомбишь. Так, этого тоже сосунище, так скажем. Вот, блин, с паладином. Блин, сложновато. Все сложнее. Все намного сложнее. Так, корни. Угу. Ай-яй-яй, не успела. Не успела забомбить. А давай я, наверное, позову бога ветра. Богиню, точнее, ветра. Богиня солнца, ё-моё, какого ветра, Рэй, ты чё? Фига ты все попутал уже. Ну что значит давно не играть, забыл даже. Где, какой персонаж у нас. Богиня солнца, конечно же. Богини ветра нету, есть только бог ветра. Ты видел? Идет, а под ногами маленький этот кустик такой. У фехтовальщика. Прикольно выглядело. Такой идет, а под ним лужаечка маленькая такая, которая наносит ему урон. Так, а здесь, смотри, здесь прибавляется еще и колдун, маг. Ладно. Магистр кислых щей. Сейчас будем его заклепывать. Смотри-ка, мне дают, ребята, здесь прослабление в плане того, что я могу... Опа-на! Я могу сразу призвать богиню солнца. Да, вполне, ребят, вполне даже получится у меня. Смотри, что я сделаю так. И сразу же прикрою самураем. Даже вот так сделаю я. Так вообще будет топчик. Так, и магистра кислых щей сейчас уничтожим. Там грифон, по-моему, ребят, слышал я. Пердёж его. Да. Нормально. Было бы еще прикольно, если бы богиня солнца бы мало того, что жарила бы врагов, так еще бы хиляла бы нас. Вот это было бы вообще топ. Это была бы имба на самом деле. Не успел. Он просто, ребят, не успел сделать ничего. Маг такой, и все, и уже валяется. Хрюндель. Ну, а у нас... А у нас жрец или епископ в простонародье. Да, мне кажется, он сейчас тоже получит по полной программе, и ничего ему тут не поможет. Верно? Верно, ребятушки. Давай, родной, бомби его. Фух. Нашинковали. Так, ну что, вызываем, наверное... Ой-ой-ой. Ну, тут-то, конечно. Ну, что ты там не выбежал, не шевелишь чулками, как всегда. И не помогло ему ничего, да? Не успел. Кто не успел, тот опоздал. Все, в хлам замок. Прекрасно. Так, забираем свои награды, друзья. Здесь нам что выпадет? Сундук подданных, а внутри ерунда. Территория роботов. Собственной персоны, роботеки. Так, значит, у нас здесь щитобот плюс БФГшка. Ну, я, наверное, вызову. Блин, БФГ, конечно, напрягать будет сейчас. Против БФГ очень хорошо, ребята, орудует. Ё-моё. Такс, слушай, что-то как-то... Мне нужны шипы.
Две БФГшки. БФГшки просто уничтожились, наехав на шипастые лужайки. Вот и все. Мы им шанса просто не дали. Хе! Раскромсули да свидули. Что еще тут можно сказать? Так, давай-ка. Давай-ка по-хорошему их тут ушатаем. Я опять вызываю шипы. Ну и все. Все, друзья. А что он хотел? Думал, будет ему тут халява? Халявы никакой не будет. Так, идем на второй этап. На второй... Блин, ребят. Давай попробуем разочек. Мы все равно ничего не теряем. Ну, не выиграем и не выиграем. Единственное, что они, да, они слабые, ребят. Что я делаю? Что я делаю? Пипец. О-о-о! Нет, 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 нет. Ребят, это никуда не годится. Да нет, конечно, тут что ты тут сделаешь? Нет, я даже не буду. Не, какой? Я просто решил посмотреть, будет ли какой-то от этого эффект. Ты видишь, что эффекта никакого нету. Я проиграл. Естественно, я проиграю. Команда просто не готова драться с таким противником. По уровню элементарно, ребят. Просто по уровню. Угу. Ну, поехали. Так, 275, да? Ты дичь. Ну, естественно, он пилу. Так, ты пронзай давай всех там. И сюда их к ногтю. О, совсем другое дело. Робот, такой щит потерял. На. Сосунок. Так, уничтожаем здесь. Подожди, кого надо нам? Всадника на журавле, наверное, еще одного позовем. В помощь. Твою дивизию, ты смотри. Да хорош там уже, да не запарили. Блин, не кажется ли тебе, что он зачастил? С выбросом своей этой... циркулярки. Молодцы. Всадники на журавле разбомбили базу нашего противника. Ну что, третий этап. Бомбер здесь. Ну, для всадников на журавле бомбер это вообще ни о чем, ребят. Он ничего не сделает. Ни урона, ни еще что-либо. Так что спокойненько себя чувствуем. Прикинь, призывать друидку. Ох, было бы прикольно. А вдруг у меня сейчас получится... Ну да, в принципе, ребята, мы сейчас с вами так и поступим. Вызываем друидку. Прямо вот на ранней стадии. Плюс делаем вот так вот. Красиво же было? Конечно, красиво. И теперь идем, спокойненько уничтожаем наших... А что это у меня зомби-то взорвался вдруг? Непонятно. Ладно. Хиляет, видел, как хиляет? Тотемчик наш. Обалденно. Так, идите сюда, голубчики. Тин-тин-тин-тин, без щита побежал такой. Ну, пробьем? Конечно, пробьем. Он даже ничего сделать не успевает. Вот и все. Делов, как говорится, ребят, на копейку. У нас энергия стала совсем маленькая. Совсем малехонько. Но мне хватит, я думаю, чтобы уничтожить хилбот. Хилбот под щитоботом. Старая классическая схема.
И мы ее все прекрасно знаем. И нам нужно будет как-то уничтожать этих хилов. Как-то нужно будет уничтожать. Вот как только. Так, ну здесь понятно, здесь у нас пойдет Палыч. Палыч с одной плюхи, кстати, вырубает. Слушай, наверное, нам надо будет все-таки сейчас, пока не поздно, ребят, призвать нам друидку. Побежал хлыщ. Так, и вызываем друидку. Сейчас уже пойдут дела, как говорится, в гору. Хотя, опять же, БФГшки и молотильщик, они могут сделать нам пакость. Огромную пакость. Ну, бабах. Офигенно. Тотем, ты видишь, где стоит красный на уничтожение. И мы еще их притягиваем через этот тотем, проносим. Соответственно, они получают еще дополнительный урон. Вот вообще, обожаю, когда на тотем ставят возле, ребята, замка вражеского. То есть, расколбас сразу же конкретный и летит ему в лицо. Шик. Ну что, у нас последний бой здесь. Что ты делаешь, Рэй? У нас последний бой, но энергия. Друзья, энергия-то все, йог. У нас только на одном отряде. Блин. Ладно. Но это топ-отряд, поэтому тут что волноваться? Тут волноваться даже не стоит. Тут стоит противнику волноваться. Будем честны. Нет, вот это вот пакость убери отсюда, пожалуйста. Не нервируй меня, муля. Не нервируй. Ну, как всегда, Ронин подкачал. Теперь луч. Ну, ты сам понимаешь, что это вообще топ. Разнос такой. Бежит. Два Ронина сейчас раскочегарят. Просто замок в труху. Ну, а я тебе о чем говорил? В труху. Забираем наши награды. Сундук робота. Так, 9 кристаллов. И переходим с тобой на территорию захватчиков. Ох ты. Ребята, здесь ползун. Ты серьезно, блин? Пипец, блин, прикинь. Вот тебе и топовый отряд. Он топовый, но он дорогущий, блин. Пока ты тут вызовешь кого-нибудь. Ну ты, в общем, сам все прекрасно видел. Фига себе он разносит. Фига, вы что, вы... Вы сейчас прикалываетесь или что, я не пойму. Я в шоке. Да. Я в шоке, ребят, я офигею просто. Ты так расколбасить. Нанесли урон нам еще. Просто вырубает. Просто вырубает одного за другим. Так а что мне толку-то от этого? Я так не смогу отыграть. Я просто не смогу, потому что... Вот, ребят. Накопилась одна энергия. И чё, кого вызываем? Фехтовальщика, конечно же, да? Блин. А знаешь, в чем беда? Что он сейчас второго вызовет. И все, и приплыли. Пипец. Ну и как ты тут играть будешь? Да никак. В общем, сфейлился, друзья мои, по полной программе. Просто из-за какого-то вот этого ползуна. Причем тебе не показалось, что он слишком... Он быстрее даже, чем я вызывал своего этого. Выпускает он. Такого быть не должно. Понимаешь? Такого быть не должно. Чтобы он так выпускал быстро своего этого ползуна.
Я даже не успеваю ничего сделать. Он вызывает и вызывает, вызывает и вызывает одного за другим. Что за дела? Да. Ну, понятно, что мы выиграли, но урон-то мы получили по замку. Как бы здесь даже ничего не поможет. Просто ничего не поможет. И вот здесь вот, да, зомби. Он сто... А, что, у нас все, что ли? Подожди, ну эти... Вот. Зомби. Вот сколько он... Какой зомби? Зомби вообще не в этом отряде. Да не успею я, ребята, не успеваю. Все, понятно, короче. Офигеть. Этому отряду накатили таких звездюлей, что мама не горюй. Ха. Я в шоке. Я просто, друзья, в шоке. Кто бы мог подумать, какой-то слизень плешивый может нас разнести вот так вот. А ведь может. Ну, в общем, в любом, ребят, случае здесь фейл. Опять же, получили урон. И опять же, ничего здесь сделать не могли. И не сможем. Обидно, конечно. Самое обидное, что и отряд... Блин, а это была последняя лока, и мы с тобой в 210-й портал бы пошли бы. А энергии больше... Да, больше нету. Ну что, друзья мои... Тогда на этой ноте я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.